Разрешения на добычу кабана в Оренбуржье дадут по случайной выборке. В региональном министерстве природы рассказали, что будут выбирать охотников во вторник, 12 июля, в 14.00. трансляцию можно будет посмотреть в телеграм-канале ведомства. Приятие сделают открытым для общественности. Организаторы запечатают имена тех, кто подал заявление на охоту, в немаркированные конверты, а затем поместят конверты в контейнер. Родители определят после перемешивания путем случайного выбора.